В Алтайском крае появились мошенники, которые пытаются нажиться на мусорной реформе. Первые случаи зафиксированы в Ребрихинском районе. Несколько мужчин представлялись сотрудниками эко-комплекса. Они предлагали заключить договор на вывоз мусора, а за оформление документов лжесотрудники просили 200 рублей. Как нам пояснили в эко-комплексе, эти люди не имеют никакого отношения к региональному оператору. В компании уверяют, что их работники не ходят по домам для заключения договора. Его можно получить только в офисе организации. При этом за оформление документов на вывоз мусора денег не берут. О случаях мошенничества можно сообщать по телефону горячей линии эко-комплекса, вы видите его на своих экранах, либо обратиться в полицию.